Приветствуем вас на канале Акибай. Сегодня к нам приехал вот такой вот танк. Это Хаммер H2 2002 года выпуска. Можно смотреть их на другие машины с высока. Машинка идет в хорошей комплектации. С черной крышей. С такой вот коробкой переключения передач. Машинка идет отдельно ключик, отдельно пульт. Это родной пульт и родной ключ. Пульт запрограммирован машину, он дистанционно машину закрывает, открывает, если мы вставляем ключ в замок зажигания, машина заводится. Вот здесь приехал к нам на Акибай, чтобы мы изготовили пульт центрального замка, еще один, к его второму ключу. Мы это сделали, мы его запрограммировали, машина дистанционно закрывается. Открывается. Теперь у владельца Хаммер H2 есть два пульта центрального замка. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания, с пультами на Хаммер, либо на другую марку автомобиля, то вы можете обращаться в компанию Акибай, мы вам поможем.